Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал ТГ Сибирь, и сегодня у нас будет с вами черно-белая колода на токенах. Будем делать токенов и будем пытаться получить из этого, с помощью них выиграть. У нас есть три замечательнейших дракона, алчный победитель выводка за 8 маны с созывом, с полетом, с силой и выносливостью 7-6. Когда он выходит на поле битвы, мы ищем в нашей коде карту, изгоняем ее рубашкой вверх и тасуем колоду. Пока эта карта остается в изгнании, мы можем ее разыгрывать. Заклинания, которые мы разыгрываем из изгнания, имеют созыв. Далее. Три копии решительного подкрепления, которые вместе входят с токеном. Две копии рокового отсутствия нашей мувальчик точечный. Улей Скрельва, который каждый ход делает нам токенов фериксийцев за боль. Три копии восстановления Игонзё, которая ищет нам земельку, потом реанимирует перманент с монокостом до 2 и изгоняется и становится вот такой вот 3-4, который умеет делать токенов. Две копии веления Кайлы за 3 маны волшебство. Мы выбираем две опции. Либо создаем одну фишку артефактом существа 2-2, либо кладем один жетон +1/+1 существо под нашим контролем, он получает двойной удар до конца хода, либо ищем в нашей колоде карту базовой равнины, кладем ее себе в ручку, либо гинем 2 хита и предсказываем 2. 4 копии объявления в свадьбе, которые делают такие, потом работает как антенна. А 3 копии странствующей императрицы за 4 маны 3 лояльности, которые умеют качать существ, делать токенов и изгонять этапных существ оппонента. 3 копии навалиться, это ремувал с созывом, который после этого еще и делает слежку 2. 3 копии Эдгара очарованного жениха за 4 маны 4-4, вампира аристократ, другие вампиры получают +1/+1, и когда он умирает, он трансформируется в гроб Эдгара Маркова, который в нашем апкипе будет делать нам вампира с лайфлинком. И когда 3 вампира он сделает, он трансформируется в Эдгара очарованного жениха. 2 копии недовольства низов за 5 маны, чара с укрытием 5. Каждый раз, когда мы атакуем одним или несколькими существами, создаем такое же количество фишек 1-1 зеленый белый гражданин. Затем, если мы контролируем 10 или более существ, мы можем разыграть карту из-под укрытия без уплаты маностоимости. 3 копии вторжения в Талваду за 5 маны, битва осада. Когда она выходит на поле битвы, мы возвращаем карту перманента с грейва в игру. И когда мы ее сносим, то она трансформируется в чарку, которая в начале нашего заключительного шага будет делать нам духа 1-1 с полетом. И все фишки существ под нашим контролем будут иметь +1/+0 и лайфлинг. А также 3 копии стражницы святилища. Вот такая, друзья, сегодня у нас колода. Ставьте обязательно ваши лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Давайте попробуем потестить ее в рейтинговом стандарте. Вот. Также, друзья, напоминаю, что у меня есть опция, я могу зайти на ваш аккаунт, собрать вам пару колод и даже при вашем желании записать одну из них на видео. А если такая опция вас интересует, если вы не знаете, что себе собрать или не умеете пока еще собирать себе колоды, то обязательно пишите мне в телегу, ссылочка есть в описании. Вот, ну давайте начнем, пожалуй, тестить колоду на токенах. Очень давно я хотел поиграть этим драконом. Уж давно они у меня 3 копии валяются. Просто так без дела. Я думаю, пришло время. Так, давайте откип. Болото ход. У нас есть хороший. Хороший стартовый рука. Более-менее. Неприятно. Ладно. Неприятно, но ладно. Далее. Конец хода. Главное не давать этой фигне нас пробить, правильно? Подкрепление. Этого мы сдадим, потому что если мы подробно восстановление Игонзё, то мы сможем его реанимировать. Поэтому его мы и сдаем с охотой. Да? Угу. То есть нам теперь не обязательно ставить башню Рафин. Мы можем сыграть так, сделать веление Кайлы, сделать фишку и найти, и может быть даже предсказать. Во. 2 хита и предсказать, нормально будет. Если мне нравится, да, давайте. Ходи, нет, а так. Угу.
Да, жрица. Да, черепожор. Опасненько на самом деле. Ну, давайте попробуем, наверное, сходить в атаку. Давайте в атаку. Может, черепожор станет блок? Было бы неплохо. Почему-то не стал ставить блок. Давайте, Эдгар. Конец хода. Это ключ по мане. Это не то, что прямо супер классно для нас, но... Лучше бы флудил, если честно. Эдгар, мы можем смело ходить вот так вот, да? О, земля. Угу, отлично. Заразный укус. Да. То, что их двое, это плохо, как бы. Угу. Тут я стану блок под этого. Ладно. Блин, вот эти, конечно, триггера меня прямо вымораживают. Давайте башня. Давайте объявление о свадьбе. Нет, а так. Ход. Угу. Сейчас он, на самом деле, убьют очень быстро. У нас не пришел ремувал. Кабурка была нормальная, но против вот этих вот с триггерами ничего не поделаешь, только ремувал нужен. К сожалению. Что? Ага. Отсюда. 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 Уже чуть-чуть попроще. Дышать. Давайте так. Башня. Далее. Нет, а так. Конец хода. Типа ай. Пас. Пишите подкрепление. Давайте этот сюда. То меня сильно бесит. Отсюда. Отсюда. Еще одна жрица гнили. Ай-яй-яй. Плохо. Это плохо. Так, о. Остановим, давайте. Стражница, святилище. Подроваемся чуть-чуть. Ой, дракончик. Дракончик классный. Давайте атака на 4. Хочу. Да, получилось. Нам сейчас главное не умереть ни в коем случае. Иначе будет очень плохо для нас. Этот пускай будет, это не страшно. Абсолютно. Окей. Так. Далее. Атака. Атака. Снимем жетон. Угу. Пускай. В принципе, мог убить, да? Нет? Мне кажется. Давайте так. Автооплата. Дракончик. Возьмем себе императрицу, наверное. Конец хода.
Мы ее можем играть за конволк. Самое классное. Пас. Ну, отчаянная попытка. Атака, да? Последняя. Так скажем. Пас. Станем драконом. Достач. Хорошо. Блин. Я забыл, что для достачи мы достаточно одного дамага. Притрэмпли. Ай, блин, это моя ошибка, ребят. Это моя ошибка. Это моя ошибка. Я забыл. Да? Ну ладно. Что поделать. Давайте следующий. Тут реально ошибился. И все. Ошибся и все. И слил. Хотя у нас были все шансы выиграть. Оказывается, у нас были шансы выиграть. Несмотря на то, что я с самого начала говорил, что мы сольем. Нам не хватало одного хода. В общем, я чувствую, что я тогда зря в атаку всеми не пошел. Бу-бу-бу-бу-бу, какая ужасная стартовая рука, она просто отвратительная. Сейчас мы сольем по-любому, поэтому погнали. А вдруг нет, да? А вдруг нет? Вдруг там какая-нибудь среднетемповая агро. Например, такая, да. Хей. Угу. Да, аутсайдер. Ну, пока ничего страшного не вижу. Вообще. Да? Хорошо. Пусть Лиля. И скинем стражницу. Или дракона. Давайте дракона скинем. Да. Эдгар, кстати, классный. Далее. Конец хода. Еще что-нибудь скинем. Давайте Эдгара, наверное, скинем. Или стражницу. Давайте стражницу. Пофигу. Да. Он же тоже скидывает, правильно? Меня это устраивает. Шоу дред скидывать, фига себе. Водить. Хорошо. Да, я знал дракона. Пас. Императрица. А за минус два. Убьем чувачка. Давайте вторжение в Талваду. Стражницу сняли с нее жетон. Давайте за минус один Такена. И ход. Ауч. Называется ауч. Да, шелдред. Вообще пофигу уже на шелдред. Вторжение в Талваду сейчас разберем. Че, будешь нам жертвовать существо? Не, каждый игрок сбросит по карте. Давайте сбросим по карте. Давайте сбросим восстановление Игэнзю. Где эти карты? Да? Окей. Давайте. Далее. Атака. Снимем жетон. Да, погрузим два хита. Сделаем все токены. Токен-генератор. Давайте. Эдгар. Такен, ходи.
О, я думал, почему-то минус 7 стоит его. Ну ладно. Интересно. Что он нам оставит? Я думаю, мы принесем жертву тот, который с Эдгаром. В кучку. Так, в одной у нас три земли, стражница и такен, в другой две земли и все остальное. А я для пожертвования. Вот это пожертвование. Выбирай. Угу. Атака? Давай в основной блок. Нет атаки. Ладно. Ай, поудали. Атака. Чпеньк. Сделали еще одного. Земля. Изгнал там что-то, да? Типа что-то изгнал? Да. Хорошо. Блок. Давайте так. Давайте восстановление гонди. Найдем себе равниночку. Атака. Атака. На 4. Погенили, сделали флайера. Ходи. Так, у меня там что есть реанимирование? Yeah, baby. Лиля не зарешала. Нифига себе. Вот так вот. Я честно думал, что она это минус 7 делает почему-то. Что-то я сегодня какой-то не сосредоточенный. Забываю простые прописные истины. Ладно. Давайте следующую. Ну, друзья, конечно же, подписывайтесь на канал. Ставьте ваши лайки и оставляйте ваши комментарии. А также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, я вас там жду, приглашаю. Заходите, будем общаться. Да, давайте попробуем. Есть второй, есть третий, есть четвертый дроп. Причем четвертый мы ставим за счет третьего, вообще все прекрасно. Далее, конец хода. Снова моноблок, что ли? Да он. Стейки. Пещера. Восстановление. Найдем себе земельку. Вот так. Сейчас у меня такена, конечно, убьют. Ну, что делать? Угу. Да. А ведь мог ее поэкзайлить. Ну, чем черт не шутит, правда ведь? Давайте скинем улей с крыльба. Вернем себе улей. Давайте... Земля. Далее. Нет, а так. Конец хода. А, он трансформировался. Окей. Да-да. Все круто. Так. Угу. Пас. В атаку. О. Такие императрицы. В принципе, я не против сбросить Игандзю.
Да, что-то критично. Или башня Руфина? Стейки за минус 3. Изгнать? Уверен. Эти башни. Пока еще играть. Ладно. Пожертвовали плейнсволкера. Сделали токена. Подровали землю. Скали восстановление. Давайте так. Давайте Деникайла. Садим фишку и найдем и поскраемся. Вот так вот. И нет, а так ходи. Да? Какие зубы на руках? Ужас, что жевать-то? Понятно, думаю, у него 4 карты на руке. Да, это дофига. Это прям дофига. О! Нехороший ты человек. А, он только так сделал. Ну ладно, не страшно. Нет блоков, нафиг. Восстановление. Нашли земелечку. Далее. В принципе, наверное, можем пойти в атаку. Вот этим. И вот этим. И это туньяда, конец хода. А вот сайдер, да. Сделали токенчика. Ну, давайте сбросим. Ладно, так и бить равнину. Давайте башню Руфина. Давайте пещеру. Блин, хочется что-то все-таки подробно, что-нибудь неземельное. А, так. Угу. Угу. До свидания. Том, что-то какой-то жирный сильно. Ходи. Спасибо. Токенчик. Бэйби. Что у нас есть? Императрица. Я хочу, хочу. Что императрица? Мы восстанавливаем. Императрица лучше. По-любому. Далее. Пусть это будет атака. Да. Давайте. Кен. Ходи. Шаудред, да. Ну как без него? Без него никак. А я так. Чпонг, 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 чпонг. Сюда. Самый смак. Да. Такена.
Первым у меня все лайфлинг. Прелесть. Теперь все лайфлинг. Это просто шикарно. Да. Давайте. Найдем себе. Навалиться. Давайте. Навалиться сюда. Автоплат. Мир их нафиг, Эдгара оставим. Давайте плюс один. Куда-нибудь. Вот сюда-нибудь. А так. На семь. Угу. Ходи. Неплохо пишет, спасибо. Ну что, друзья, вот такой получился Ржов на Токен. На самом деле, по-моему, достаточно неплохо. Единственное, в первой покатке, конечно, я очень сильно тупанул. Я мог убить этого чувака, который меня в итоге убил, но почему-то не убил. Просто из-за невнимательности. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал и оставите комментарии. С вами был, как всегда, Дима МТГ Сибирь. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.